Находимся это Новая Москва, поселение Московское. Вот в той стороне была крупная несанкционированная свалка, состоящая из твердокоммунальных строительных отходов. Соответственно, свалка находится между улицами Саларьевская и Московская. А шаговая доступность находится в метро Филатов Лука, чуть дальше Саларьева. Мы, как Московский народный фронт, делали запросы в УАТИ города Москвы, свалку убрали, поэтому молодцы, свалка в Москве не должно быть.